Так, где мы там остановились? Час 32? Ой. Или нет? А где звук? 0-1-3. А, господи, 8 июля же, я дебил. Вот. Так, музыка. Отлично. Диджей Чиз. Возможно, я так себя бы и назвал в итоге. А если бы я тогда не увлекался Ютубом, я бы сейчас был популярным диджеем каким-нибудь. Вот. Но это 100%. Типа, у меня по-любому получилось. Мне же скучно было, и поэтому мне надо было чем-то заниматься. У меня был выбор. YouTube или Fruity Loops. И все благодаря Нефёдову, прикиньте, да? Нефёдов мой, походу, ангел-хранитель. Диджей ебан. Да ты шо? А, да, я давно начал в Крайфир играть. Да, чувак, ты где все это время был? Ты гонишь, что ли? Ты уже пятый стрим, наверное, подряд по этой игре. Я все жду, не дождусь, когда он закончится. Я помню тогда, когда в Крайфир проходил, так же было стрёмно и очень долго. Как сейчас Андрюха поживает? Ну, говорят, у него 50 зрителей на стримах, поэтому... Ну, так, наверное, среднее, я думаю, среднее. Да... Интересно, правда, в любом случае Андрей вел бы тебя. Ну да, я и говорю. Что на ютубе он в итоге мне помог, что тогда с треком получается тоже. Да. Так что я Андрею благодарен. Если бы не он, я бы тут, наверное, и не сидел. Не, ну я бы в любом случае набрал аудиторию, но не так быстро. Вот, так что... Да... Бля. Какой интересный город. О каком Андрее речь? Который не Федор. Вы что, забыли про Андрея, что ли? Вы что, не смотрите его с кашкалаблогеров? С кашкалаблогеров. А, блядь, да иди уже! Зато его теперь все забыли, а тебя нет. Потому что я не записывал шкала блогеров, блядь, 5 лет подряд. Ну что это такое вообще? Ну и плюс я веселый, классный парень. И у меня нет жены. Наверное, это плюс. Семья, вот это вот все, это очень мешает творчеству. Особенно если ты блогер. Вот, поэтому... Ну такое. Семья, это не круто. Омский добромет. Библитум, ребят, библитум. Так ты хитрый байтер. Пусть Капоридия вызывает улыбку Досу. Многие игры были просмотрены, да. А ты да благодаря тебе. Теперь я знаю, что буду пересматривать в ближайшие дни. А вот... Деньги круче семьи. Да нет, при чем тут деньги? Алёша и друг. Вы круче семьи. Вы есть моя семья. Воу-воу. Опять сразу... При чем тут сразу деньги-то, я не понимаю. Неужели твой основной заработок с Твичем? Да и вообще, да, блядь, деньги круче семьи. А, естественно, естественно. Шучу, конечно. Смотря какая семья. О, блядь! Ёбаные Валеры, сука! Воу-воу, как мило, если это правда. Конечно, правда. В смысле, блин, а что, незаметно, что ли? Я такой искренний, и вы такие классные все. Типа... А что должно являться подтверждением моих слов? Мне интересно узнать. Вот, если у меня еще скоро получится открыть свою студию, уже в реальной жизни, это вообще, это... Рыли история успеха, блядь. Главное, чтобы все было хорошо с ней. Да, сука.
сука, ну сколько можно? Господи, они так много хп отнимают. Какую студию? Красоты? Нет, фитнес. Будем спортом заниматься, ребят. Да-да. Школу блогеров открой. Нет, спасибо. Я, если честно, я не знаю, как стать блогером в наше время. В 2018 году. Студия перевода и озвучки. Ага, конечно. Фитнес, ребят, фитнесом будем заниматься. Худеть. Открывай в Украине. Ну, смотрите, если все получится с этой, мы будем открывать и как бы и другие, и следующие. Их будет много. Может быть, и до Украины дойдем. Помнишь историю про павука в подвале? И че? Ну да, весело, круто. Мо-мо-мо-мо-мо. В Казахстане. Беларусь, ой, да все, короче. Бля. Казахстан, Казахстан, ё-моё, казахов целая куча. У вас там что, нет фитнеса? Вы как вообще живете? Спортом, что ли, не занимаетесь? Да, спасибо! Ну что, господа и дамы из чата, это здоровый день, инсус, дело себе. Бля, у меня скоро патрон закончится, ё-моё. Спасибо за донат. Дома гантели есть, да это фигня. EMS фитнес, вот что сейчас в тренде. Специально для ленивых, короче, для тех, кто, возможно, слишком жирный, стесняется ходить в зал, где много людей. Что это? Можете загуглить. А, бля, это там что лежит? Опа! А, блин, тут ты, сука! А, ёп. Привет, Хесс. Алёша. Мили, Саню меньше, чем ты. Да где ты? Джесс Фит. Ну, примерно. О, боже, что, нога? Ступня, что? Должно быть, я и впрямь спятил, растаская с собой эту штуку. Ну и брехня. Приезжай в Казахстан, будет охуенно. Но если у меня все получится, я реально в Казахстане что-нибудь, наверное, открою. В Астане только. Потому что там Ромаха живет, а он там, типа, мега крутой. Я думаю, что у нас получится что-то. Только я не знаю, что. Я хочу делать что-то полезное. Чтобы людям было хорошо. Ногой, что ли, открыть? А, нога, господи, точно. Надо обратно вернуться и положить ее в ящик. А шприц? Бля, что, реально нет шприца? Мне бы как бы здоровье подправить не помешало бы, потому что я вряд ли дойду обратно, если там сейчас опять враги появятся. Какая шаурма, это уже... Понимаете, в Питере этого говна и так навалом. Нам очень приятно, что ты считаешь нас подписать твоей семьей. Ну да. А вообще, беру билеты в СПБ. Сделаешь скидку первому посетителю спортивного. Ну, у нас там будут пробные тренировки, которые очень дешевые. Поэтому да, есть такое. Ступня Кенфеева. У-у-у! Это все еще актуально? Это когда током бьют, но там не то, что прям током бьют. Я сегодня стал элегантным. Чего? Кто? Марихуана, ты что ли? Где ты стал легальный? Спасибо! Спасибо большое. Да ёб твою мать! Да это из-за поезда он шумит, у меня тоже башка болеть начинает. Ой, сейчас что-то будет. Да где? Какой длинный поезд, я даже не заметил. Привет, да ёб твою! Только что часть шла гроза.
тянул мне каждую минуту и громы. Вай, вай. Стало стрёмно. Ты что, только родился, что ли, первый раз увидел дождь и гром? А что ты не понял. В таком случае? Люблю ночью у тебя смотреть. Спасибо. Люди под впечатлением, ребят. Гром! Хесус, там дождь идет, мне так страшно. Да ладно. Ты не бойся, это просто, это нормально. Это нормально. Это Земля. Может, инопланетянин прилетел к нам на планету. И на твоей планете это не принято видеть такое. Ну, а вот, вот так вот. А куда пропал чемодан? Куда пропало сохранение? Где оно? Что за дерьмо? Где? Куда? Где? Оно исчезло! Бля. Забудь. Тебя смотрят одни нюфаги, которые с Ютубом вообще не знакомы. Не удивлюсь, а, вот. Если они надо не знают, что уж там они фидали. Раньше хоть все понимали, где находится и кого смотрят, а сейчас знают только говных блогеров. По типу заболевать, да и прочее. Тихо. Я с тобой частично соглашусь, конечно. Но и олдфагов здесь также много. Просто их изначально было всегда мало. О чем ты? Ой-ой-ой. Чего? Два вагона? Только проблема в том, что я по этому поезду бегал 2 часа. Нихера себе. Ну ДК, не гони хуесос! Это самое веселое. ДК ваш, ебаный пидорас, я его ебал в рот. Это реально самый стрёмный и убогий, блядь, блогер, которого когда-либо видел. Его рэп обоссанный, блядь, это хуже, чем мой первый трек, блядь, который я создал в 2010 году. И ну, серьезно, ребят, ну это просто... Сейчас, ребят, теперь хочу посмотреть на реакцию этих дебилов, которые сейчас будут защищать ДК. На самом деле я отношусь к ДК вообще прекрасно, он... Классный мужик, мужик, парень, пацан. И контент у него нормальный. То, что я сейчас сказал, это все фэк. Специально хочу просто забатить этих долбоебов, которые вечно защищают своих любимых блогеров. Они меня очень раздражают, эти малолетние дауны, блядь. И, ну, при этом меня забавляет их реакция. Вечная вот эта вот реакция. Тот же Шевцов, например, так же делает сейчас с Нефёдом. Это, блядь, с Нефёдом. С Куплиновым. У него бомбит от аудитории Куплинова, короче. И он постоянно у себя в паблике как-то какие-то мемасы там размещает, где обижает Куплинова, якобы. И в комментах там такой срач начинается, бля. Ну реально дебилы, ну конченые просто. Мне кажется, тут таких... Да нет, вот один был, у которого жопа порвалась. Так. У меня все оружие пропало. Серьезно? Да, все оружие просто исчезло. Нормально. Ну это больно. Это же сейчас будет вроде в лесу. Ребят, начинается самая страшная часть игры, если я не ошибаюсь. Бля. А что делать-то? Сюда? Ау. Ау! Надо быстрее! Мама! Падаем! Помоги! Бля! Да встань ты, дебил! Сука! Ба! Да бля! А! Я не могу запрыгнуть! Куда? Да дыр-дыр! Блять, как это тяжело. О! О! Ч?
чувак похож из на Челябы мой трек. Правильно сделал, что вырубил все я из ЕКБ. У меня в грозу на ПК сгорел LAN-порт и контроллер питания на материнке. О, ребята. Теперь придется материнку на ПК. Джису сосибибу гыгыржу не могу. Ну вот, блин, донатеры пропустил. Да, сейчас будет лес. Я надеюсь, вы готовы к путешествию. Свежий воздух. Да, природа. И скримеры. Фэлс сразу. Все, побежали. Скоро 6 лет стримом. Я даже не заметил, как прошли эти 6 лет. Хоть и смотрю тебя 5-й год, до сих пор считаю себя ньюфагом. Ну, это потому что каждый день как новый. Точнее, каждый стрим как новый. Как в первый раз. Потому что... Ну, я очень интересный стример. Разнообразный, типа... И поэтому есть такое ощущение, что каждый раз, когда ты приходишь, ты как будто тут заново. Как будто тебя тут не было никогда, и ты первый раз. Лампу возьми. А где? А где лампа-то? А что, неправда? Где, блядь, лампа? Я не вижу ее. Да лампа! В лесу была? А, боже! Nothing, о! Чё, дурак? Лампу возьми, дебил. О, блядь, скатился. В итоге теперь у меня палка и лампочка в руках. Отлично! Было столько оружия, а шприц есть? Бобо. Вот сейчас Боба будет. Бля. У обрыва шприц? Тихо! Хорошо, что вы мне сказали об этом. Есть повод вернуться обратно. Где шприц? Вы что, гоните, что ли? Спасибо, ребят, спасибо. Пока не буду лечиться, но мне бы сохранение не помешало. Аляша закончила, можно и к тебе. Вообще, можно тебя было бы забанить. Ты променял меня на какую-то девку. Серьезно, все это время ты знал, что я стримлю, но продолжал сидеть у нее? И ты приходишь сюда и пишешь такое? Типа, мне обидно это слышать. Типа, окей? Типа, въебать бы тебе палкой, блядь, по зубам, сука. Не, ну вы слышали? У Аляши сидел, когда стримил я. Бля, проставляйся, чувак, донать теперь, извиняйся. Помню, DayZ стримил вот это времена. Но это так-то не так давно было. DayZ просто скатился, блин. Я все жду, когда там обновление выйдет хорошее. Хочу поиграть в DayZ, но пока это такое говно. Бля, да что такое-то? Я вижу фонарик. Мокренько. О, да. Хикан, Серега, да, да, да. Так, все, хватит передеть в чате. Проснулись старики. Кто сурок, чай, Хесус игнорщик, на тебе бибу. Спасибо, Арчи, за 50 рублей. Кто сурала? Кто сорала, ребят? Да тут все сурала. О! Не, подожди. Я, возможно, тут что-то пропустил. А, нет, все окей. Ладно. Блять, я пытаюсь чихнуть. Я не понимаю, это состояние, когда ты вроде хочешь чихнуть, но не можешь. Ну давайте, напугайте. Я знаю, что если испугаться, это помогает избавиться от таких ощущений.
Как будто у тебя в носу какая-то козявка сидит и тебя там щекочет. Пиздец. Врыли лес какой-то, прям заблудиться можно. Табы! Куда я пришел? Дало! Сука, я заблудился. Я не понимаю, куда мне бежать. Надеюсь, я иду сюда. Вот опять хочу чихнуть. Собака ты. Так, где я? Да ёп! Блин, а если вот в реальной жизни в лесу так заблудиться? Вот это двери. Так я из нее вышел вообще-то. Я просто когда в Москву на Сапсане еду... Там же вот мимо лесов вот этих вот, они такие густые, там вообще трэш. Мне страшно даже просто смотреть на такие леса. Там деревья, они тупо вплотную друг к другу стоят. Там в этих лесах всегда темно, то есть туда даже солнечный свет не попадает. И... Но при этом мне интересно там побывать. Да. Каково это быть в таком лесу, где нет даже света? Теперь вроде я иду правильно. А, сюда? Шу! Бать, тут конец света. Алло? А! Привет! Да, сука. О! Какой формы у Хеста очки, никак не могу понять. Ну, круглые. Чуть-чуть, как бы, такие закругленные. А вот сохранение. Слава богу! Ну, как бы овальные такие, что ли, я даже не знаю. Нет, это как бы овально-круглые, что ли, да, что ли, вот. Слышали? Нет, не вот этот вздох, там... Там еще что-то было. Че он так дышит? Что он так дышит-то? Он никогда не дышал, а тут дышать начал. Свежо в лесу. Да, особенно сейчас, после того, как я услышал бензопилу. Так свежо стало. Мне так нравится этот аромат. Блять, а звучит-то правдеподобно. Вот этот звук бензопилы. Это, походу, не фэк, нихуя. Только не говорит, что надо идти в сторону этого звука. Ладно. Да, нам надо туда. Окей. Ну и... Ты чё встал? Ха-тьфу! Чё? Пупня, ты чё, ебаклак, что ли, сука? Окей, я понял, надо шприц заюзать. Места не хватает. У, сука! А, ну все, я готов. У меня просто паника началась, я... Тагид, ты что ты застреваешь? Дверная ручка? Я же не успеваю даже это сделать.
Что я должен сделать? Фонарь выруби. Ага. Поможет, как будто. Марс Бут, спасибо тебе большое за платную подписку. Добро пожаловать, садись, присаживайся, можешь вот сюда прям. Дед, я не против. Знаешь что? Соси бегу. Кстати. За что? Кружка с пивасом, ты чё, блядь? Я тебя сейчас как выпью. Спасибо тебе за 60 рублей. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Подожди, братан, сейчас я уколюсь. Это я про игру, если что, там на улице, может, кто услышал. Не поймет. Полицию сейчас вызовет. Тут в подвале колятся наркоманы. Я не наркоман, я стример. Бля, вызывайте тогда психиатра. Блядь! Не, может, и правда фонарь надо вырубить? Давайте вот как сделаем. Ну, чтобы постоянно шприц не использовать. Видали, какой IQ у меня? Уже выше косаря, как мне кажется. Да ёп. Дало! Да беги, ё-моё. А как? Попробуем без фонарика. Охуенно, все видно, ребят. Налипай на берег, дебилы. Блин, а это еще хуже. Я думал, правда, по... Так как пройти его тогда? Короче, надо сделать так, чтобы он застрял где-нибудь. Застрял, застрял, понимаете? Просто бежим прямо, 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 прямо. Чё? А можно, например, у меня, кстати, идея появилась классная. Так, скорее всего, нельзя, но я попробую. Смотрите, короче, смотри. Ну так нельзя, 100%. Просто в руку положить. Я хотел быстрый доступ, а... Бля... Еще все как бы усложняется в итоге. Бля, где он? Где? Блядь! Бля, тут не лучше, как по мне. Я когда был пиздюком, я тоже любил по всяким заброшкам лазать. Мне это... Кое-что напоминает, ребята. Однажды я просто в таком доме бомжа встретил. Шу. А, палк. И что? Да не, ничего. Режь-то, блядь! Сука, я тебе еще палкой, ёбну, иди сюда, блядь! Сюда! Сюда, сказал! А вот этот крик мне тоже кое-что напомнил. И вы не поверите? Сука, блядь! Тварь, ёбаная! Да, сука, сдохни ты, мразота, блядь! Шо? В Амстердаме, ребят, кое-что случилось. Что связано с этим криком.
Что? Я могу рассказать. Но для этого надо открыть карту Амстердама, поэтому попозже. Хесус, какой шприц? Я очень в тени. Но что посоветуешь от безответной любви? Библиотуп. Че, безответная любовь? Понимаешь? Я в этом не спец, потому что... Мне всегда отвечали. Нет, даже наоборот. А, да, блядь, шприц, рыли. Ничего, забить хер и все. Типа, никакого выхода нет. Если на тебя похуй кому-то, забей на него. Посмотрим, сколько нас. Да хва! Что, Чечня? А, ну да, конечно, блядь, и все из-за УАЭ. Вообще, УАЭ звучит как-то очень странно, типа УАЭ. Мне кажется, так и придумали название вот этому вот. Вот этому вот. УАЭ. Слышь, блядь. Ты шо, сука? Ауе, нахуй. Блядь. Кого? Да нет, нет, поебаная девка. Кстати, вчера ВР было. Это я так, ни на что не намекаю, да? Да похуй! Ладно, подписчика. Шучу. Ну конечно, да. А вообще, 18 лет, полная хрень. Никаких тайных знаний. Пиздец вы старый, я в шоке. Уже хуй. Второй человек сегодня донатит и говорит, что ему 18. А, Лерч, ты что ли? А, ну тут, конечно, тебя с днем рождения поздравлю. С днем рождения! Ура! У нашего олдфага сегодня Даре. Ему теперь 18. Получается, ты начинала мне смотреть, когда тебе было что, 15? Оу. Ну, с днем рождения поздравляю, всего хорошего желаю. Чтобы там вот это вот и вот это вот все, короче, да. Круто. Понятно. Ай! Да сука. Пишу в нахуй. Да иди ты, чё ты пристала-то ко мне? Да блин. Да подсади меня лучше. Да ёб твою мать. Я даже не знаю, есть ли смысл вообще продолжать или лучше заново начать. Вот это невозможно. Да. О! Хай! Да блин. Мне определенно надо в этот дом, потому что там стоит женщина. Девка. Только как туда залезть-то, я не понимаю. Да, блядь. Чё за бред? Надо найти ножик. Может, кто подскажет, где он? А ты правда сосёшь бебу? Ну да, бывает иногда. Бывает. Там? А, серьезно? А чего вы мне сразу-то не сказали? Будешь потом старое прохождение смотреть, если будешь. Нахера? Go 24 серию с 4 минуты. Для олдфагов это ностальгия. Да идите в жопу, олдфаги, задолбали. Олдфажить сидеть, вспоминать и срать своими, блин, воспоминаниями, надоели уже. Типа я уважаю олдфагов, но когда они начинают сидеть и ныть о том, как было раньше, это бесит, раздражает. А вот и раньше, а вот и раньше, блядь. О. Ты куда? Чего? Ты чё, ведьма? Ты чё, ведьма? А я то, что хочу сквозь стены, блядь. Да, сука. Да это срань. Ну кто это? Ну кто так? Ну кто так делает? Вы видали, она тупо. Блин, ты куда дом-то пропал?
тупо, короче, сквозь стен прошла. Да ёб твою Вот. Тут еще какая-то девка была где-то. О! В смысле левая часть? Тю ты ёб. Ладно. Давайте найдем правую. А! Как он громко топает ВЖВЖ. Алло. ВЖВЖ. Но, блядь, дрон. Спасибо тебе большое за подписочку. Welcome. Я надеюсь, ты и дальше будешь на меня подписываться. Ладно, валим отсюда. Видимо, в этом доме уже ничего не будет. Это плохо. Получается, где-то был еще один дом, да? Во! Ну как сюда-то залезть? А-а-а! Эй, девка! А, привет! А-а-а! Сука! Да отстань! Да иди! Куда ты меня загнала? Да ёп! Изи, блядь! Куда столько палок, я не понимаю, зачем? Давай еще одна, да? У меня тоже скоро ДР на этой неделе. ХМММ, а Литвинк родится в день вместе с Джараховым. Это достижение или нет? Я бы гордился на твоем месте, это так здорово. Джарахов это как Джаред. Только не лето. Да едь... Угу. 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 Ну все, валим отсюда, да? А тут что такое? Да ёб твою! Да пошел ты! Я этих палок еще 1000 найду. Главное, чтобы по пути сейчас девки не попались, от которых придется палками отбиваться. О, нормально. Здорово. Ты знаешь, я лучше схожу за палочкой. Они же где-то тут были, да? Палка? Палка, ты тут? Палка, ёб твою мать. А, во, палка. Слава богу. Ну, все. Далее, как у меня все продумано получилось. Только вот теперь я опять заблудился, не могу найти тот выход. Там... А, во, вижу. Так, что у нас тут? Окей. Опасайся деревьев. Да я что-то их тут не... Ну да. Эй, дерево, ты шо? Охуело? Почему я должен тебя опасаться? Ты просто странное дерево. А что ты мне сделаешь? А вот это, вот да, нихуя. А ты чё, дерево? На. Это меня надо опасаться, слышь ты, дерево? Бойся, я сказал, я хес. Ну чё? Придумают какие-то, блин, сказки, истории. Опасаясь деревьев. Потом реально ходишь, а мне пиху, я из Украины, блядь. Меня бомбы даже не напугают, а ты про деревья... Ты чё, пиздец совсем, что ли, а? На, собака! На, блядь.
А, да это нахуй! Сука. Сопля у тебя из носа торчит, мадам. Дай пройти, жируха. Записывайся в мой фитнес-зал. Да, куда теперь? Они везде повешены. Я пройти не могу. Да иди ты в санину! Блять, уже пол хп мне так отняли. Ладно, ладно, я опасаюсь деревьев. Ага. Попався! Толстый! Кто, я толстый? Арчи, я спасибо. Я помню чудное мгновение, как предо мной явилась ты. Пошло ты нахуй, привидение, я в рот ебал таких, как ты. Да-да-да, я согласен, вот это про тебя, тварь. А, да ей тут... Слушай, хватит мне на голову садиться своей писей. Это вообще не возбуждает. Ты видела себя хоть? Ты помойся хотя бы. Ну, блять, весело, да? Куда? О, что тут? А, сохранение, да? А я сохранялся, ребят? Блин, я забыл. Я просто... Стоп, я что не сохранил? Минус вебка. Ёб твою мать. Ну только не вебка, нет. Я потратил на врачей около 15 тысяч за месяц. А мне так и не сказали, что со мной. Жиза! Я когда в Москве жил, за 2 года 500 000 потратил. На врачей, конечно же. И я так и не понял, что со мной тоже, да. Блин, я реально пропустил сохранение тогда? Нет, не помогли. Ну иногда мне становилось лучше, да, самочувствие, но потом опять. Все возвращалось! А, блядь! Да. А у тебя что за проблемы? Так я же не знаю. Бы я и хотел это выяснить. Просто чувствую себя херово. Есть подозрение на поджелудочную или на кишечник, или на желудок. Непонятно, короче. Ай, сука. Блядь, да куда бежать-то, господи боже. Я тупо обратно возвращаюсь. Куда идти? Я не понимаю. Той. Кто-нибудь подскажет? Ребята? Алло? Привет? Ай! Да сыбысь! Да я и правда скоро умру уже. А! В... Или это не то? Это то, что мне нужно? Пожалуй, я использую шприц. Ребята, что у Хеса за микрофон? У меня Rode K2. Ну, стоит он 50 тысяч. Это только он, а к нему надо еще покупать всякие штучки. Опа. Я понял. До свидания. Ладно, окей, я схожу. По-моему, это просто кошак заорал. Тупо дерутся коты. Да что, я кота что ли испугался? Да, блин. А ну брысь! Брысь! Ты! Кот! Кыс-кыс-кыс-кыс-кыс!
Ебат. Вы как тут вообще сюда попали? Здравствуйте. Я пришел вам помочь. Вы застряли? Я могу вас вытащить отсюда? Господи, я как этот. Те пацаны, которые в Таиланде застряли в этом, в пещере своей. А мне кажется, они примерно так же туда и пробрались. Таким же образом оказались. Перный театр, это шо? Какой-то марево, блядь, начался. Серьезно, что ли? Мама, я был прям на краю. Давай, поднимайся. Спасибо. Марево, да? Воу-воу-воу-воу! Господи, что так хлопать-то? Как будто как обиженная женщина, когда обижается, дверью хлопает. Ты козёл! Я тебя не слышу, братан! Охуенно, братан! Не слышу тебя! Да что ты ползёшь-то? А! Так, задумано, ребят. Ты как по морде даст. Та-та-да-та-да-та-да. Давай, иди отсюда. Да чё? Воу. Воу. Ну давай. Уйди. Я-то акробат. Ты шо, в цирке работал, да? Уволя, Сибаш, спасибо тебе. Так, Ска, Ска. Блин. Ты чё, брат? Да ладно, ничего. Сумасшедший какой-то. Еще и ногами бьет. Нечестно, они у него длинные. Киса! Я вообще-то ради вас сюда пришел. Опа, дождик. Я что, в Челябинске, что ли? Да. Так, тут ничего нет. Ладно. Когда нам уже конец игры, вот что меня больше интересует. Давайте просто побежим, я думаю, тут никого не будет. А, докторишка. Скоро? Ну, неужели? Слава богу. Хотя хорошо ли это? Учитывая, что я даже не знаю, что потом стримить. Кроме реакции. А, да. И правда, скоро конец. Я не помню просто, какая финальная глава будет. Но я прекрасно помню, что это за место. Сома. Ну, не знаю. Откройте ролл ставни, блокирующие лестницу. Шу. Бля. Кого? Кого? Какие ролл ставни? Я знаю, что такое роллы, но... Что такое ставни, вообще без понятия. Типа в дверях? А почему тут ролл? Типа крутить, что ли? Крутящиеся ставни? Не спать, бля. Умный, да-да-да. А кто спит-то, я не понял. Никто и не спит. Все увлечены геймплеем игры. Смотри, какой классный, интересный. Видал, да? Бегаю по комнатам. Вообще можно спать, играя в эту игру. Это же, блядь... Ну, напряженно вообще-то. А это что, подвал? Ладно, тут довольно тихо. Вроде как.
никого не видно, не слышно. Возможно, тут вообще никого нет. Тут все двери открыты. Да, бля. Вау! Доброе утро. Фонарик. Самый настоящий фонарик. А это что такое? А что это такое? Неска. Такая... Мне этот звук, знаешь, что напомнил? Поздравь с Эрлерочку, Павлюк. Она твой самый преданный олдфакт, учу не ты. Мне этот звук напомнил начало вот этой заставки. Походу, разработчик отсюда и взял этот звук прям один в один. Один в один. Спасибо за 101 рубль, спидометр. Поздравляю Лерочку Павлюк с днем рождения. С днем рождения тебя, Лерочка. Я одного только не понимаю, почему, когда я сижу на стримах у других людей, у них нет такого. Вчера читала твоя... У каждого второго день рождения. Почему сейчас не отвечаешь на вопросики нас? Че? Или мой аск? А я про него забыл уже. Фотка в парике с длинными волосами, Луль. Кого фотка в парике с длинными волосами? Тупая девка. По-моему, ты перепутала мой, этот... Аск с кем-то другим. Я никогда туда не выкладывал фотографию с париком. Чё за бред? Чё за бред? Кто это? Это фэк. Тебя подставили, такого не существует. Это во-первых, а во-вторых, что-то я хотел сказать. А, да, точно, я вас люблю, ребят, да-да. Но только тех, кто не спит. Вот вообще прям обожаю. У-у-у, сука. Ну давай, иди сюда. Поговорим. Ты что, реально пода... А чё? Ха-ха! Сучка. О, пистолет, спасибо, кстати. Бля, вот это лайфхаки. Вот это я понимаю, игра пошла. Сейчас еще один будет, я помню. Ну, почти один. Два. Да. Ай! Сори, шуару, я их так просто пугаю. Они поэтому себя и убивают. Бля, во что ты превратился? Просто какая-то половая тряпка, блядь. Ай-ай-ай! Видите, да? Это рели работает? Вы шо, братья? Они даже одинаково валяются. Дала... А, ну пошла вон. Половая тряпка. Ну, половая, ну не та, которая полы моют. Да ты серьезно, шо ли? Ну и бред. Ну и бред. Ладно, короче. Если что, я вернусь сюда. Я еще вернусь! Ты шо, братан? Пистолетик возьми, пожалуйста. Привет! Блин, опять сейчас... Да что ж такое-то, а? Ах!
Да ладно, серьезно, минус вебка, да ну, а я прямо не заметил. Да как тут уснешь? Я вот. Да я сейчас умру, блин. Бояться тупых ужастиков. Спасибо, малолетка, за 50 рублей. Да это я вебку вырубил, господи. Дайте мне чихнуть нормально. Сидеть сказал, не спать. А это ж. Есть нечто странное в этом докторе. Кто? Пурнелли? Пурнелли, ребят. Так доктора зовут. Ну ничего не скажешь, забавное имя. Я бы к такому точно не пошел на прием, если бы услышал его фамилию. Пурне. О, кто-то мыло уронил. Че за нахер, у меня хп отнимается. Па, получай, получай, получай! Ты по-любому там что-то скрывал. Конечно, патроны, урод. А чё это? Еще шприц. Куда так много шприцов? Бля, смотрите на эти тапки. Они вот такие вот. Кто здесь был? Почему они такие маленькие? Это ваши? Пурнелли. Ну вы поняли. Ну порнуха. Бля, пожарный выход наглухо закрыт. Тьфу, бля. Пожарный выход наглухо закрыт. Ребят, мне это кое-что напоминает. Маленькие тапочки. Пожарный выход закрыт. Не похоже, чтобы здесь был пожар. Шу. А, куда я иду? Господи. Я же не туда иду, да? Тает! А что тыкаешь, что дурак? Это грустно вообще-то. Или ты так рыдаешь, типа... Вот, тебе грустно, и ты так плачешь. Ладно, не плакать. Это было уже... Ну, неважно, когда это было. Это, конечно, было плохо и грустно. Давай в поле чудес сегодня покатаем после края эфир. Поосторожнее в следующий раз. Не аллергия на олдфагов. Сука! Какого черта вы тут? Вас же не было! А что в итоге я сделал? Только оружие взял и все? А, я что-то включил, точно. Вот только я не знаю, что в итоге заработало. А ты помыл руки с тех пор, как пописал на том стриме? Я вообще руки не мою, зачем? Ну типа, если вспомнить, как жили наши предки давным-давно в каменные века. А они вообще не мылись. И жили ведь как-то. И все было хорошо. Я считаю, что это наоборот укрепляет иммунитет. Тьфу ты, бля. Какие болезни. Где я болею? Я вообще не болею. Вообще ни капли. Вообще. Запомнили, как кричало вот это существо сейчас? А теперь смотрите. Что? Новичок? О, с осени стрима смотришь? Ебать. Понятно. Куда идти? А где ты каждый день с железкой здоровался? Да бля, ребят, дайте в игру поиграть. В игру проиграть. Да, я был настолько одинок, ребят, что когда я ходил в школу, я каждый день, ну как бы у меня был маршрут определенный до школы. И там был такой дом, через который я всегда проходил. Из этого дома торчала железка.
И я, блядь, с ней здоровался каждое утро. Долбоёб, да? А шо, ха-ха, я дебил. Да начал на Твиче впервые. Ты вот рассказываешь про то, как у тебя там кот сутонул. Короче, около моего дома есть озеро. На берегу растет сосна, на которой раньше была тарзанка. Ага, кустарь боб. Помимо тарзанки, там было до хренища венков, ибо люди прыгали и попадали в течение, их засасывало. О. В общем, весело жить. О. Да что делать-то? У меня тоже есть история про собак. Да, блядь, все, cool story начались. Моя бабушка живет в деревне и всех собак, которых она заводила. Крала одна местная семья и жрала. О. У нас в городе... В 2000-х, по-моему, годах, в начале, в Новокузнецке жила семья людоедов. Про это даже был в этот документальный фильм. По НТВ показывали вроде. Не помню, как они называли, но это очень популярная хуйня. Про это даже в интернете говорят. Вот, людоеды, они жрали людей, детей, вот, много людей сожрали. Могли спокойно меня скушать, я тоже гулял иногда. Это не пиздёж, нет. Это реально были такие... Причём их потом выпустили спустя 10 лет, отпустили. Отпустили. По новостям еще говорили, мол, выпустили людоедов на свободу. Ну неужели я нашел? А что вы хотели, ребят? Сложно было жить в Новокузнецке в те времена. Выживать, точнее. Вот люди выживали. Ели людей. Денег-то не было. Бля. Не вовремя я начал это все рассказывать, играя в эту игру. От этого еще страшнее становится. Но вот зато почувствуйте, каково мне было раньше. Может быть, хоть от жалости задонатите больше. Опа. What the fuck do you want? You're crazy. Куда тебе ближе? Сейчас такой хап. Он плюнет. Не подходи. Поцелует его. Оу. Чего? Край оф Новокузнецк? Да. Но у меня же есть пистолет, алло. На, забирай! Забирай! Да в смысле, я же был в боулинге, суко! Там не было пистолета, я же помню. Говно такое. Ладно, идем. Я вегетарианка с детства. Никогда не пойму людоедов. Эйеп. Я думал, ты никогда не поймешь. Блять! Да ёб! Я так понимаю. Действие происходит в Новокузнецке. А главный герой — Иисус. Сука! Да хватит орать! Ну ё-моё! Аж картофан уронила. Зачем ты решил роняешь? Осторожней. Донат неадекват, спасибо тебе. Да, ты все правильно думаешь. Тупая девка, спасибо.
Гиру Гамеш, да, тебе тоже привет. И Фокси По. Спасибо вам за ваши интересные истории. Спасибо. Так. Идем в подвал. Я тоже вегетарианка. И как вам? Нормально? Жить без мяса? По-моему, это такое себе. Вы отказываетесь от стольких вкусных блюд, которые существуют в мире благодаря мясу. Курица там, вот это. Ну хотя бы курицу, неужели ее нельзя даже кушать? Столько всяких вкусностей. Стейк рибай, такой знаю, сочный. Как правильно дрочить в деревне. Да и у меня бы не получалось. Поэтому я просто терся об канат в моей комнате и получал удовольствие, когда узнал об этой фиче однажды случайно. Димастер, ты терся, ты что? Как можно членом тереться об канат? Да и зачем? А где боулинг? Алло, где пистолет? Слушай, ты странный, но спасибо тебе за донат. А если веганы сосут хуй, это нарушение их правил? О! Да ёб. Слушай, интересный вопрос, да. Ну подожди, они же не едят писю. Они просто его сосут. В этом нет ничего такого, я считаю. Да ладно, серьезно. Ну-ка. Опа! Ну шо? Что пизда? Хера, крутой, видали? Матрица, блядь, сейчас как... Сейчас как дам по губам этому доктору ссанному. Махпейн, ага. Да с... Ну и куда мне идти? Сюда? Здрасте. А, да, здрасте, вот. О, без фонарика будет сложно. Мама. Все, вроде никого. Кто дышит? У, сука. Здорово, я принес. А я тупо не дам ему. Так, я и думал. Я в Детройт играл. А! Он мне все равно ключ дал, серьезно что ли? Ах ты сука! Так убей, уж тебя ж пистолет! Да в смысле плохая концовка? Мне пихуй, ребята, терминатор. Вы что, не видели, что ли? У меня два пистолета было. А! А, так а зачем мне второй пистолет? На самом-то деле и правда. Тьфу ты, блядь. Чё за бред? А, так ты открыл, что ли? Ого! О, еще один ключ. Найдите телефонный номер. Сейчас кремак опять какой-нибудь будет, да? Блин, я хочу такую штуку. Я не буду переигрывать. Я хочу такую штуку. Да пихуй, ребят. Мне пихуй, я не буду переигрывать. Я буду сейчас звонить тех, кто пишет эту дичь в чат опять. Я бы тоже хотел подсматривать за чужими окошко. Так что, ребята, имейте в виду, закрывайте окна своими шторками. А иначе, да-да-да. А-та-та. Буду подсматривать за вами. Где номер? Да где номер?
Бля. Не видно же ничего. А! Понятно, надо ждать, пока молния за... Это самое, как бы, и мы увидим, да? Там что-то было написано. 1110? Да ладно. Ты серьезно, что ли? Ну? Заскриньте кто-нибудь. Да давай уже! Сам это сделаю. Блять! Сука, я тупая овощ. Не успел заскринить. Я не знаю, я пытаюсь сделать скриншот на телефон. Я лучше... Там ничего нет! Пиздец! Серьезно, что ли? Там пусто. Ой, блядь. А что тогда делать? Как ты будешь подсматривать, если ты живешь в подвале? А в подвале нет окон. Да, есть окна. Ну, бля, придется переехать в нормальную квартиру. Вот. Уж ради такого счастья я готов. И петуш! Куда ты идешь, долбоёб? Батя твой такой, понял, да? Был бы нормальным, не рожал бы тебя, дебила. А куда мне еще идти, дурак, ёб твою мать? Есть какие-то... Да хватит. У, сука! Ах ты, блядь! Сколько вас тут? Надоели уже. Блин, игра еще такая темная, зрение портится. Опа. Да ладно. И чё? А что мне со здоровьем? Почему оно наполовину... Занято, блядь! Занято, я тоже какаю. Уйди отсюда, женщина. Я здесь сижу. Я первый, я успел. Я сказал, занято, сука! Плечо ранили. Боже, меня в этой игре столько раз роняли и убивали, что вот это вот ранение в плечо, оно вообще должно быть безобидным. Левый обломок таблички. Окей. А где... Ааа! Тыры-пыры-пыры-тыры, блядь! Сука!
Да идите вы своим маршмеллю, маршмеллю. А, во. Серьезно, что ли? Вот сюда? Здорово, ребят. А вторая часть тут? Пожалуйста. Ну, повалов-то, ну. Боже мой. Вот это... так я обратно вышел, тупо. Тупо обратно вышел. Фу, блядь. И смысл мне было сюда идти. Меня рыли, я не понимаю. Окей, давайте сохранимся. Еще две главы осталось, да? Ой-ой-ой, эти главы, они очень долгие, особенно когда стример не тупой. Я не понимаю, что делать теперь. У нас есть вторая половинка, но где взять первую, если у нас нет ни ключей, все как бы заперто и закрыто. Вот тут написано 2009, может быть это номер телефона? Куда? А! Это ты орешь тут, ты ведьма, блядь. Да ладно. Ага, тут нуля нет. Какой пароль? Какие вы все смешные, ребят, ха-ха-ха. 1-4-8-8-1-1-1-0. Вау, 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 смешно, ребят. Глаза, блин, болят. В моей старой школе были какие-то балбесы, которые игрались с кроликом. В один день они отрезали его лапки и повесили на ограду школьного стадиона. Шерсть вырвали, тоже развесили, а тельце в ямке затоптали тиарглави. Кстати, посмотри видос в ютубе про звуки апокалипсиса в Новокузнецке. Звуки апокалипсиса Апокалипсиса в Новокузнецке? Это, видимо, звуки того, как я играл в хорроры и орал. А кому-то, видимо, показалось, что это звуки апокалипсиса. А нет, я это просто, это я свои первые видосы записывал. Куда идти, блядь? Боже, эта игра меня начинает раздражать, сори. 9-4-3-2. 9-4-3-2, окей, давайте. Гугл говорит. Гугл врет, ребят. В жепу ваш Гугл ссанный. Впервые смотрю твой стрим на Твиче. Здорово, ребят. Ты не вовремя. Я уже устал, видишь, и затупил в игре, поэтому сейчас, как мне кажется, не самое подходящее время для этого. Посмотри, что на табличке написано. На какой табличке-то? Как я посмотрю? Зритель, ну, очень не тупой.
Здорово, Верисидрин, спасибо. Трум. Спасибо большое. Спасибо, спасибо. Ко мне иди, и я тебя спасу, Энн. Что насчет дизайна для ПК? О, да, накидали уже годные предложения мне в личку туда, точнее, в эту предложку паблика. Поэтому пока можете остановиться. Я, в принципе, там уже несколько штук отобрал, выбрал. Осталось только определиться, какой именно я буду использовать. Там ничего не появилось. Еще вспомнила историю про то, как наступила в детстве наш шприц. Хорошо, что это было зимой, и я была в дутых зимних ботинках. Но было жутко все равно. Те, кто родился раньше 2000, наверное, помнят, как в МСК везде шприцы были раскиданы на улицах вот в фачке. Ребят, вы откуда вообще берете вот это дерьмо из чата? 1973. Я устал. Все, ребята, я вообще что-то устал прям.